будут довольно жесткими. Но, во-первых, на матч особо буйных и уже где-то замеченных фанатов не пускают. Во-вторых, наверняка с матча будут выпускать с интервалами, дабы не было стычек после матча. Поэтому, если что-то и будет, то, скорее всего, до матча и очень стихийно, так как законы строгие и будут ловить всех и вся. Накануне чемпионата ужасы России в Европе стали трендом. Даже традиционные шутки превращают в кошмары. Вот, например, совершенно серьезная статья о том, что английских болельщиков здесь могут съесть 70 тысяч голодных медведей. Все это не случайно, уверены в российском МИД. Сейчас нам стало известно, что журналисты Соединенного Королевства, причем это не одно средство массовой... Что такое сочетание елки? Это облачка. Так, Волчок, Так, спиннер, елка, старый Новый год. Такие же ограничения ведут в среду и в пятницу, а затем 22, 24, 26, 29 и 31 января. В эти дни также изменят маршрут следования автобуса С-12 с 06:45 до окончания мероприятия. Перед движением от спорткомплекса Лужники он будет ходить по Большой Пироговской улице. Остановки Дом культуры, Каучук и проезд Девичьего поля временно обслуживать не будут. Удобство заключенных, дело рук самих заключенных, спонсором ремонта в так называемых вип-камерах «Матросской тишины». Суперсерии 72 года канадцы предложили Харламову $1 миллион, чтобы он перешел в НХЛ. Эта команда лучше выглядит, чем предыдущая команда. Синтезатор не видно. Слабо. Да ё-моё. Уже не крутится, да? Так, елочка, гори. Пока спиннер крутится. Сейчас пока новогодних концертов нет, они будут позже, поэтому решил под такую музыку уже сделать. Вроде бы неплохая.